На полигоне в Приморье готовят новую группу бойцов батальона «Тигр», которая вскоре примет участие в специальной военной операции. Губернатор края Олег Кожемяков встретился с добровольцами. Присутствующие могли задать любые вопросы и, самое главное, получить на них сразу же исчерпывающие ответы. Обращения касались в основном организации работы непосредственно в зоне СВО, видах, используемые на месте военной амуниции и техники. Готовим новую группу батальона «Тигр» в составе роты. В ближайшее время, пройдя еще подготовку, она отправится туда, к тем, кто уже сейчас принимает участие в специальной войсковой операции. Могу сказать, что ребята служат и воюют самоотверженно, отразили непосредственно боевое нападение, так и проводилась разведка боем, практически дошло до рукопашной, никто не дрогнул, отстояли свои позиции, никто не ушел с позиции. Командование части, команда бригады за эти бои представит ребят к наградам. Во время встречи глава региона напомнил бойцам о мерах поддержки для их семей, которые действуют на краевом уровне, подчеркнув, что государство готово заботиться о близких своих защитников. Здесь сейчас идет интенсивная тренировка. Наша задача обеспечить где-то финансовую поддержку, где-то потребуется что-то из экипировки, с тем, чтобы, пройдя подготовку, они направились в наши части для оказания поддержки и содействия вместе с 155-й бригадой и батальоном «Тигр». Примечательно, что в новой группе жители не только Приморья, но и других регионов страны. К примеру, один из добровольцев прибыл из Санкт-Петербурга. А некоторые бойцы уже были в зоне СВО и теперь решили вернуться обратно. Так, по словам бойца с позывным «Мороз», он просто не мог остаться в стороне от происходящего. Я просто не могу смотреть то, что происходит там. Я там был, я там все это видел. Людям реально нужно помогать. Не только гражданским, но и военным надо где-то помогать. Ну, конечно, в «Тиграх» подготовка не сравнить, такая, как подготовка в «Барсе». Тут готовят серьезные инструктора, вообще молодцы. Я сам по себе просто вторую неделю готовлюсь, и я ощущаю, я приобретаю навыки. Я с левого плеча никогда не стрелял, а вчера у меня уже попадания идут с левого плеча, хотя мне это неудобно. Подготовка очень серьезная, мне очень нравятся эти упражнения. Они реально, реально чему-то нас учат. Согласованность действий, в парах работать. Анна Дьякова, новости на 8.